Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Добро пожаловать на стрим по Escape from Tarkov. Пока что еще в патче 12.5. Предвайповые времена. Скоро уже, совсем скоро будет вайп. И все начнется заново. Поэтому надо попытаться посливать как можно больше барахла. Почему-то у меня это не очень получается. Но я пытаюсь. Так, я хотел посмотреть, сколько у меня тепловизоров. Ладно, по-моему, достаточно. Где-то около 30 штук, так что можно вообще не переживая тратить их. Это только нормальных. Еще есть и вот эти вот новые, которые плохие. Так, вчера мы закончили на резерве, да? Я думаю, сейчас мы пойдем тоже на резерв. Ну, начнем с резерва. А там уже дальше посмотрим по ситуации. Куда как захочется. Есть паракорд. Есть сумка. Но лутаться я не собираюсь, если что, сразу говорю. И по возможности буду выбирать вечернее, либо ночное. Вот как сейчас время. Серваки, если что, стоят те же самые, как и на прошлых стримах. В принципе, всегда там народ был. Единственное, что меня немножко расстраивает, на берегу почему-то маловато народу. Очень много на этом, на таможне. А вот на берегу почему-то маловато. Хотя сегодня у нас выходной, в принципе, более воскресенье, а как мы все знаем, на выходных обычно всегда бывает больше народу. Ну, так что посмотрим. Надо было, наверное, для начала в какой-нибудь разминочный рейд сбегать. Простым каким-мочкой, который автоматикой стреляет, а то одиночками я и так очень плохо стреляю, а тут еще без разминки сразу с оружием, у которого только одиночный режим стрельбы. Так, и только начинает загружаться рейд, почему-то начинает подлагивать ютубчик. Прям как будто знает и видит.
Да, и надеюсь, конечно, на хорошую погоду сегодня, а то вчера был проливной дождь. Так неприятно, просто ужас. В общем, если что, действовать я буду как вчера, перемещаясь по карте. Чудо, какая-то прям совсем такая светлая ночь. Даже и не скажешь, что это ночь. Да, буду сегодня много подыхать. Так, уже одно переподключение у нас произошло. Трансляция, к сожалению, подлагивает. Неужели там никто не появился? Чупик отсюда не видно. Так, секунду, что-то мне не нравится, что происходит с трансляцией. Пропуск кадров. Вот сейчас опять остановился. Ладно, посмотрим. А чё так светло? Меня, кстати, догрузило даже немножко.
У меня не было высадки. Поэтому, наверное, я там никого и не увидел. Что-то прям тихо так. А чё так много надо было в него высадить? Странно, у него простая бронька третьего класса. И он так много выдержал. Так, где-то у нас еще есть снайпер. Давай еще раз стрельни.
Вроде как бы с чупика сюда стрелять это далеко. Так, у меня где-то вот тут бот. Там боты плюс где-то какой-то снайпер. Где-то вот оттуда стреляет. Вышки, что ли, там где-то. Ну, явно тоже с теплаком. Где-то вот с той стороны, с той поляны. Да, кстати, я трассерами стреляю. Не так уж и тяжело меня вычислить, если что. Так. Мне бы интересно было вычислить, где у нас там тот снайпер. Там кто-то бегает. Ну, блядь, нажри, сука! Хорошо, хоть сегодня дождя нету.
но мне менять бы надо позицию. Не пойму, это там кто-то стоит? Или это бочка? Кто-то справа, по-моему, у меня еще есть. А че этот ЧВКшник затих? Так, я не знаю, может мне обойти все это дело? Немножко посидим, покушаем, послушаем. Да сколько можно лечиться-то? Попал, главное, только в руку.
Кто-то бегает там еще. Да ладно, что ты ругаешься? Так, ладно, я пойду обойду всю эту. Ихнюю контору и зайду сзади. Со стороны, где стрелял у нас другой снайпер. Он тоже где-то еще должен быть. Кто-то у нас там ходит. Вышки надо обязательно чекать, не забывать. Ну, вообще хорошо, нормально, живем, пацаны. Что урезали. Хорошо, что урезали видимость теплака. Блин, я оттуда ушел, а там началась заруба.
Наверное, надо бы вернуться туда, где я был. Немножко не совпал тайминг. Я предполагал, что вот на той вышке, на одной из тех вышек кто-то стреляет. В смысле, а чё ты не запрыгиваешь? О, а тут были. Интересно. Так, ладно, тогда я на то поле не пойду. А чё это у нас уже поезд приехал? Не слишком ли рано? Двадцать одна минута.
Блин, сколько их тут, а? А что меня тут подсвечивает? Так, ну то по идее рейдеры. Их можно было бы и полутать. Туда какие-то два типа зашли, я так и не понял, кто это, простые боты? Так, это на меня какая-то группа ЧВКшников вышла, я так понимаю.
Ага, тут лутано. Так, по-моему, я ему не дал на поезд пойти. Но это другое. Там по мне еще кто-то стрелял. Плюс летели гранаты. Я не знаю, рейдеры это были. Или нет. Но по идее, если бы рейдеры, они бы что-нибудь бы кричали. Так, а тем временем у нас уже тут посветлело, да? Тут даже эти все проверили, блин. Наверное, надо брать фал и ходить с фалом на такие рейды. Мне надо чупика смотреть.
Я думаю, то был челобот, который залутал здесь ботов, которых я поубивал. Вот последний, с которыми... Ага. Так, ну это уже бегство. Блин, гранаты нету больше.
Ну, я мог выйти, но захотел постреляться. Вот не умею я хорошо тапать. Даже что я умер, 12000 XP. Интересно, я того чувака убил? Да, я даже двоих убил. Так а сколько их было-то? Одного вообще на 35-й минуте. Мне понравилось. С БТшек. Ну тут сыграла роль автоматики и одиночной стрельбы. Так, а сколько он еще может лежать, этот калашик? Тут вроде бы все забрал, да? А, ну еще трое суток. Пускай валяется. Так. Эх, надо было вот эту брать разгрузку. Нет, эту шапку я не буду. Я хочу темную шапку взять. Так, а что с трезипами? Трезипчик есть где-нибудь? Потому что я хочу опять на резерв пойти. Надо сначала выйти успешно с локации, а потом менять. Похоже, трезипчиков нету, да? Есть только такие, да. Ну ладно. Все-таки на чупике сидели, как я и предполагал.
Вот такую шапочку сейчас возьмем. Так, ну и 3 zip надо. Потом медицина, гранаты и все такое. Долго, да, я собираюсь, но все равно на трансляции я пока что один, поэтому могу не спешить. Так. Берем это и не забыть чинилку. Начатая где-нибудь есть? Нету, ну и ладно. Так, ну мне все-таки надо отойти на минутку. Сейчас я вернусь. А, стоп. Чтобы не забыть, а то до этого я забыл. Сейчас буквально пару минут и продолжаем.
Так, все, можем продолжать сливать лут. В общем, я так понимаю, что... Кстати, с этим оружием можно будет даже, если что, и запушить. Я так понимаю, внизу, в короле, да, с кем я там, кого я слышал, кто подходил. И еще потом не стреляли по мне, то, скорее всего, были челоботы. А здесь, наверху, уже сидели ЧВКшники, минимум двое. А одного вот на 35-й минуте, где я убил, это получается еще до... того, как поезд приехал, по идее. Так, а ну-ка. Я вспомнил, что я забыл. Вот это вот. Тоже надо бы взять с собой. Плюс... Не знаю, такую вот баночку на всякий случай. Здесь не хватает, но не страшно. У меня вот на всякий случай, если еще есть звездочка немножко. В общем, интересный такой рейд получился, только, к сожалению, все события под конец уже почему-то начали разворачиваться, а так все сидели где-то. Хотя в конях кто-то лутался. Я вот не знаю, хватит мне патронов, если опять много придется стрелять, а то он у меня на М1-то, я уже все дозаряжал, по-моему, да? Но если и не все, там оставалось не так уж и много. Так, ну давайте только без догруза, пожалуйста. Без догруза. Так, у меня эргономики прям чувствуется намного меньше.
Так долго я тут целиться не смогу. Надо было полегче броник одевать. Блин, и с забралом, конечно, сейчас такое себе. Так, это птичка. Не, за баралом в ночной рейд нельзя ходить. Я вообще почти ничего не вижу, так. Блин, 48 килограмм.
слишком я тяжелый. Блин, и где он? Сейчас где-то тут. Ну что, шкура цела, уже неплохо, а? Блин, а это могут быть рейдеры или босс. Что-то я не понял, это что, снизу я их слышу, что ли? Понятно. Неплохой день, да? Фотка все. Понятно. Так, кто у нас там гранатами раскидывался? Разумею. Чё, эти боты, блин, не поймешь, снизу они, сверху. Шоркают. А где это они шоркают? Он якобы все понял, а вот я что-то ничего не понимаю. Понятно. Так, фонарик. Фары
врубай вапил. Левый коронный, правый по коронной. Нахуй хер не будь. Где-то глушак. А здесь я уже смотрел, да? Да, я так буду много тратить патронов. Понятно. Да нет, это простой бот. Ох, не нравится мне, очень я тяжелый. Где-то за машиной. Пришлось в ногу его убивать. Мне кажется, кто-то еще по мне стрелял.
Да, это рейдеры. Так, где-то... Охуенно, сейчас поживимся. Понятно. Попадос вам тут всем, залёгший. Не понял. Это что, простые боты? Так, мне надо накопить стамину на руки. Чики-брики, пальчик-выки. Гребаный челобот. Я на него столько патронов сейчас потратил. Высадил мне броню. Нормально. Сдох от бота. Ну да, двух рейдовских я убил. Ну, этому я же в голову стрелял, ну.
Ну, когда они ложатся, надо сразу прятаться. А я почему-то начал с ним перестреливаться. Не знаю зачем. Трассеров 7.62. Да ладно. Ну, это только боты так могут, конечно. Ладно, пока ночь. Возьму я все-таки М1. Что-то САП-58. Не совсем то. И броню надо полегче. Так, ну вот и уходят теплаки. Так, магазинов, по-моему, у меня есть только пятидесятники. Или взять их. Будет меньше эргономики. Ну и ладно. Так, надо по-быстренькому собираться. Да, как-то не очень получилось. Так, да?
Так, медицина, гранаты, шинка есть. Покушать вот он хочет, я не знаю, кормить. Вот так вот нормально будет. Ну хоть раз-то надо выйти. С локации живым. Так, еще раз проверяем. Блин, я не проверил, чем они заряжены, но по-моему 62-ми, даже если 80-ми, то тоже ничего страшного, тоже пойдет. Так, боковой тут есть, все в порядке, поехали. Тактический блок надо было здесь заменить на другой. Этот минус 2 эргономики дает, а тот, который с фонариком, минус 1. Да. Жалко, как-то получилось странно. Вроде бы я уверен был, что я успею ему стрельнуть. И я вроде бы стрельнул пару раз. И вроде как бы даже попал. Но почему-то ему на это все равно было. Так, что, опять меня хотите догрузить, да? Блин, третий раз. В том же самом месте. И опять догруз. Да нет, 62-е тут заряжены. Так, сколько время? Блин, так уже почти 3 минуты прошло, ну. Может, хватит меня догружать? Где-то с чупика рубит массинист. Thank you.
Очень светло опять. Так, ладно. А я чинилку не взял. Вот это я молодец. Да? Да, я не взял чинилку. Блин, а. Ну ладно. Значит, сдохнем и в этот раз. Просто если мне выбьют руку, да хоть что выбьют, то все. Можно будет сразу на выход двигаться. Ну сейчас не скажите, что это здесь босс. Жми берцо! Вон он, вон он! Понятно. Как бы чинилку бы сейчас найти. Разумею. Понял я.
Да-да, это босс. Блин, не хочу я с ними связываться. Они мне 100% что-нибудь да выбьют. Так, с Чупика меня здесь не должно быть видно. Вот говнюк, а? Как бы мне его снять-то? Там бежало двое или трое за мной, я не совсем понял. Так, там на конях кто-то ходит. Ну, здесь меня, конечно, в теплак... Где-нибудь из здания видно. С Чупика-то нет, а вот из здания запросто могут увидеть. Блин, хороший бы рейд получился, если бы я чинилку не забыл. Просто сейчас выбьют мне руку, например. И все. И не поцелишься нормально. Надо набрать стамины на руки.
Вон она как долго возвращается, вообще просто ужас какой-то. Он опять встал на том месте, попасть бы по нему, а? Интересно, попал? А чё так быстро стамина уходит? Но я сейчас в таком очевидном месте. Блин, они до сих пор где-то тут. Так, 52 килограмма это много.
Да, у меня стамина не возвращается. Я не смогу с ними дальше воевать. Меня 100% что-нибудь выбьют. Будем так восстанавливать стамину, че. Так, а сейчас я сделаю вот это. И спрятать-то нечего, ну, хотя бы вот одну гранатку.
Снимаемся. Сколько уже можно, блядь? Такой себе рейдик. Ни одного ЧВКшника. Ну я просто боялся, что мне что-нибудь выбьют и чинить потом нечего. Тут бы тышки. Так, ходим-ка сейчас на другую карту, на берег, наверное. Все, мне почему-то казалось, у меня есть еще. Не, ну у меня есть еще патроны, но мне казалось, что там есть. Так, я все-таки пришел к выводу, что БС-ки получше будут, чем эти. Хотя стоп, 16, здесь 41. Не, или? А, ну да, вот так. В смысле, а что тут? А что вот это все тут делает? А? Так, с чем мы пойдем на берег? Ну не Сэм один. Как же все долго работает, а?
Так. Вот эта штука мне сейчас испортила весь рейд. Так, проверяем. Медицина есть. CJ6. Две штуки есть. Патроны россыпью тоже есть. Ну все, можно сбегать. Посмотрим, что тут на берегу происходит. Опять, наверное, где-нибудь там читочки ходят. Что-то мне понравилось. Ночные рейды с теплаком. Хоть я уже и слил два штуки, но все равно. Ну, первый раз... Я мог и выйти, но мне хотелось постреляться. Не хотел я выходить без этой перестрелки. Ну и, к сожалению, проиграл. Потому что я очень медленно тапаю. Вот был бы у меня в том рейде фал... Возможно, по-другому бы все получилось. Я бы даже мог запушить его. Поближе бы просто-напросто подбежал. Да хотя так даже из-за угла, как я и стрелял с М1, точно так же, только с автоматики. Думаю, что было бы все по-другому. Так, посмотрим, сейчас меня опять догрузит. Нынче это модно, что ли, стало? Да, я в три рейда ходил, и все три раза меня догружало. О, ожидания игроков. Кстати, я забыл посмотреть, попить, покушать. Мне там явно надо было.
Ну-ка, падла, иди сюда, мерзавец! Не надо было на меня обзываться. Блин, эта кнопка направо меня подведет. А точнее, кнопка D. Она почему-то сама по себе срабатывает. Так, я даже на европейском сервере.
где моя карточка, а? Как хорошо видно, когда солнце в ту сторону светит.
До сих пор бегают топорики. Как так-то, а? Кстати, с ВСС и с валом я давно уже не бегал. Понял, а где он?
Он, скорее всего, тут уже все проверил, конечно же. Ну, даже тут проверил. Так. А можно и покормить, в принципе. Так, ну на третьем он был. Это вот разброс я стрелял. Thank you.
Блин, на резерве ночи и то больше народа. Так, достаточно. Я даже на берегу нигде выстрелов не слышен. Конечно, может еще где-нибудь кто-нибудь кемперить. Никого я там не вижу. Ого. А тут проверяли. Гранатки. Снимаемся, сколько уже можно, блядь? Так, сейчас я на 2 минутки отойду.
Так, на месте. В общем, не знаю, как по мне, так ночные рейды на резерве на данный момент самое интересное получается. Вот это вот, ну что это вот такое, ну? Берег. Какие были классные рейды еще до 12.5? До того, как о вайпе сообщили. Столько вечно замесов было. Тем более выходной, сегодня воскресенье. Алло. Я ему в голову попал. Ну, это так, случайно. Ну не тормози. Так, вот этот вот пригодится. Надеюсь, я успею еще попользовать. Так, сколько у меня тут? Раз, два. Одну я, по-моему, убрал. А сейчас зайду посмотрю у торговца. Вот эти вот тоже еще могут пригодиться, хотя я сомневаюсь, что я буду выменивать себе разгрузку, но все равно пока что оставлю. Так, сейчас подумаем. Ой, да ну ладно, ну чё, прям нигде места нету.
Такс. Я думаю просто, куда пойти. В лес, наверное, можно сходить, и возьму я вот такой вот теплак. Ой, эти штуки даже не выкупают. Как так? Было время, выкупал их там один чувак. Потом еще там один к нему присоединился. Так. Что, планки свободной нету? Не хочу искать. Не, ну она где-то выше. Вот она. И планки вот эти тоже одно время выкупали. Ну, можно за 1653 рубля продать. Нормально, да? Так. Делаем так. Лента сюда. Потом
Шапку такую в лес не надо. Да и броньку желательно бы другую. Вот рюкзак точно. Так, да? А куда я положил магазины? Ну, для леса должно хватить. Кстати, у ТШ 12 у меня еще есть. Я припасся даже патронами топовыми. Не знаю только, куда вывести его. Так, вес у меня не такой уж и большой, да, в такой снаряге. Фиг с ним, оставлю я этот броник. Кстати, зачем я доставал патроны? Чтобы 10 раз залезть в ящик, да? Вообще, мне, наверное, пора уже завязывать покупать патрики. Так, в лес я иду не лутаться. Блин, у перекупщика взял, а? Надо было вот у этого парня забрать. Или вот у этого. Поспешил. Вот из-за этих перекупщиков патча 12.6 можно будет продавать вещи, только найденные в рейде. Так, пить, кушать не надо, да? Даже брать с собой ничего не буду, потому что кстати
Ну что там за время суток? А, ну есть ночь. Ну тогда ладно, тогда мне не пригодится. Простой прицел. Что тогда еще спрятать? Ну, пойдемте в ночной рейдик. Посмотрим. Ну. Не знаю, мне не очень нравится этот прицел, но... Надо же их тоже как-то этот теплак, он хуже, да, смотреть в него, ну, сама картинка в нем. Но у него есть один плюс, им можно приближать. А из минусов то, что картинка в нем хуже, и плюс... Он не такой точный. Тут крестик прицеливания более жирный. И, наверное, за счет этого не так точно стреляешь. А вот попить, наверное, можно было бы и взять. Ну, хотя у меня звездочка есть.
Ну вот, только я пошел в рейд. Начались проблемы с трансляцией. Что-то сейчас вообще темно. Так, тут никого нету, никто тут не заспавнился. Вот в него вообще практически ничего не видно. А в тот, в старый теплак довольно-таки нормально видно. И этот сквозь кусты тоже не так хорошо видит, как тот. Третий минус. В общем, минусов у него намного больше, чем плюсов. Кто тут за углом не ждет? Я вот не знаю, лезть мне на скалу. Не лезть. И плак меня спалят быстренько. Так, а я на европейском, да, сервере? Ну ладно. Хотя сейчас же дальность видения в теплак уменьшили. В принципе, можно, наверное, на скалу и залезть. Ну или, по крайней мере, попробовать. О, у меня уже стамины-то нету на руки.
что-то такое ощущение, что где-то кто-то фонарем светит. Ну да, до того, как пофиксили теплаки, можно было прям на ту сторону озера смотреть. А сейчас, по-моему, даже ангары-то не видно. Так что я вообще тут вряд ли что увижу. Но, тем не менее, полежу. Может, меня кто-нибудь увидит и шотнет. Так. Кто-то сзади идет. Блин, я почему-то подумал, что это, возможно, ЧВКшник. Сейчас только выдал себя. Что-то больно тихо, ребята. Что-то засвечивается, но я не уверен. Вот там вот тоже. Так, а почему мне показывают, что я сижу?
Да, в общем, лесопилку сейчас с этой позиции не видно. О. Сейчас точно там кто-то был. Сейчас еще минуточку. Если ничего, то начинаем двигаться. Потому что если вдруг босс... то все будет не так просто. Для этого надо время. Главное, выстрелов-то не слышно. Да, лесопилку не берет. Но... придется идти туда. Блин, вот не мог кто-то там остановиться, а? Вернешься, нет? Да, сидя быстро уходит стамина. Ну, в смысле, на руки. Зачем ты так топаешь? Кто тебе разрешил это сделать? Упал.
А куда упал? А, вот он. Кстати, можно было бы Мосинку взять на всякий случай. Хотя, вряд ли посветлеет. Даже если и посветлеет. Так, ну я же не один на карте. Я не совсем туда пришел, куда хотел. Блин, а здесь светло. Так, у меня уже глаза, в общем, устали. Это будет, наверное, крайний рейдик. Неважно, выживу, не выживу. Так, ну там бочка. А ботов я и не вижу. Ой, ладно, убьют, так убьют. Мне вообще абсолютно все равно. Штурмана, по-моему, нету. И я опять забыл ключик. Черт бы его побрал. Там бочка. Спрятался, да?
Вот сейчас стоит мне только спуститься вниз, они начнут меня щемить. Но был бы штурман, меня бы уже бы начали щемить. Даже зарплату ботам не выдали, но... Жадины. Так. Тебе не дали зарплату, да? Обидно. Ну нет, штурмана нету, меня бы тут уже защемили бы. Того я лутать не буду. Скала вроде как бы чистая. Кстати, я тайники вообще не знаю, где в лесу. Ну, один или два знаю и все.
Не знаю, зачем я тут лутаюсь. Ой, 11 минут осталось, да ладно. Так. Я хотел попробовать меченую найти. Кстати. Ну и где он? Так, ну где-то же тут эта меченка. Не так уж легко ее найти в темноте-то. А, вот она. И что тут у нас? Ага. И все. И туалетная бумага, если вдруг кому-то покакать надо. Да черт бы тебя побрал. Ах, ты хер ебучий. Куда ты там заныкался-то?
Короче, пролежал я там на этой скале вообще зазря. Залагал, да? Отлично. Хорошие сервера очень хорошо работают. Всем рекомендую. Европейские сервера. Соединение с сервером. Ну, это вообще, конечно. А у меня там времени-то осталось минут 5. Давай быстрее, пожалуйста. Я не хочу пропадать без вести. Ни разу не пропадал без вести. О, соединение с сервером было, да? Да, идет пинг. Но если я живой, то надо сваливать отсюда сразу. А, ну да. Ну, все понятно.
Интересно, и что же это сейчас было? Ну, пропал без вести нету. Значит, наверное, какой-то бот убил. Время не должно было закончиться. Ну да, если бы закончилось время, то я бы пропал без вести. Ой, обалденно, че. Ключ отказ идеи, да? Мне он не нужен, спасибо. Ну ладно, давайте посмотрим, что там притащили дикие. Да и все. На этом будем завязывать. А что такое? Я типа еще и больной? А, ну да, убили меня, да. Интересно, кто меня убил? Вот это бы вот еще хотелось бы знать. Хотя бы показало бы, кто меня убил. Возможно, это еще и читак какой-нибудь был. Так, понятно. Ну, нормально, вот за это можно сразу отправить диких. Пойдет, можно сказать, нормально. Понятно. Завтра будет известно, кто меня убил. Если боты, то, скорее всего, даже если есть ЧВК, то вряд ли меня там найдут. Я, в принципе, осматривался до того, как начал лутать бота. Знать бы еще, какой это сервер был, чтобы исключить его. Ладно. Кто зайдет посмотреть, спасибо за просмотр. И заходите на прямые трансляции. С удовольствием бы пообщался. Всем хорошего воскресенья. Не болейте. Следите за своим здоровьем, за здоровьем своих близких. В общем, будьте здоровы. Всем пока.